Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua, и в этом обзоре мы познакомимся с женскими швейцарскими часами Invicta из коллекции Reserve Акула. Модель очень яркая, интересное экзотическое сочетание цветов. Корпус сделан из позолоченной нержавеющей стали. Безель украшен 36 камнями Сваровски. Ремешок натуральная кожа под леопарда. Внешняя часть на ощупь шероховатая. Ремешок прошит по бокам черной ниточкой. Размеры корпуса 40 мм диаметр. Толщина 14 мм. Вес 131 грамм. Застежка типа бабочка. Это топовая застежка, очень удобная, открывается нажатием на две вот эти кнопки. Застежка регулируется переставлением вот этой клипсы по длине ремешка. На задней крышке часов выписаны практически все характеристики этой модели. И можно видеть логотип коллекции, это подводная лодка. Также для ремешка здесь есть два фиксатора для регулировки его длины. Очень удобные в часах формы кнопок хронографа и заводная головка. Стекло в модели закаленное Flame Fusion. Это фирменное стекло, которая выпускает Invicta по запатентованной технологии. По прочности это стекло не уступает сапфировому. Циферблат выглядит как мозаика под стиль ремешка. Стрелки и метки позолоченные. В часах применяется секундомер-хронограф. Запускается он верхней кнопкой. Останавливается также верхней, обнуляется нижней кнопкой. Метки покрыты составом Tritnit, метки часов. Состав накапливает энергию и светится в темноте. В правом верхнем маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов. Есть маленькое окошечко даты. Сборка механизма из самих часов в Швейцарии, о чем говорит надпись Swiss Made в нижней части циферблата. Водозащита модели составляет 100 метров. В принципе, стиль этих часов абсолютно не располагает к плаванию, но элементарно помыть руки вы без проблем в этой модели сможете. В первом положении заводной головки по часовой стрелке меняем дату. Во втором можем устанавливать время. На этом функционал модели закончился. Вот такой очень яркий, эффектный аксессуар. Часы реально необычные. Ввиду таких ярких цветов, это, конечно, наверное, не на каждый день часы. Но, в принципе, я думаю, та женщина или тот мужчина, который позволит своей женщине такой подарок, в принципе, может купить себе и другие часы. То есть это не единственная модель в коллекции. На этом закончу обзор. Надеюсь, он был вам полезен. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока.